Всем привет, с вами Акрикюб, и сегодня я сделал обзор вот этой вот промышленной дойки, она выглядит так, и давайте начнем. Если что, этот предмет разблокируется с какого уровня, давайте я сейчас скажу, с 36 уровня, и следующий это у нас Wool Vacuum, если что, это шерстяной пылесос, он открывается на 47 уровне, поэтому скоро будет обзор этого. Что нам надо сделать, это найти одну корову, и давайте я поглажу ее и уберу этот блок травы. Так, давайте попробуем поставить сюда вот эту вот дойку. Кстати, если вдруг вы не подписаны, подпишитесь, мне было бы очень приятно. И так, и теперь я думаю то, что сейчас должно пойти отсюда молоко. Да, у нас идет молоко, и этот предмет работает как-то достаточно странно, но мне нравится его моделька, очень прикольный. Он, кстати говоря, очень сильно похож на вот такие вот машины. То есть тут есть маленькие вентили, вот такие вот датчики. Тут есть датчики, тут есть вентили. Я не знаю, если честно. Это не такой самый хороший предмет, как я рассчитывал. Но достаточно неплохой. Его можно будет, думаю, как-то придумать использование. С вами был я, Крикюб. Большое всем спасибо за просмотр. Заходите в наш сам Discord сервер. У нас есть два нитро-бустера. Это я и Black Angel. Если вдруг вы хотите стать одним из бустеров, то заходите. И с вами был я, Крикюб. Всем пока.